Очередной успех пришелся на долю нашей команды в Минске, а если быть точнее, в Уручье, где состязались ребята в программе первенства Республики Беларусь в нескольких возрастных группах и весовых категориях. Приняло участие свыше 100 спортсменов в этом турнире. В принципе, результат у нас неплохой. Выступало 6 спортсменов, заняли одно первое, одно второе, два третьих места. Чтобы на 100% быть довольным, нет, наверное. Но в то же время, вот Засинец Дмитрий порадовал, занял второе место. Я не ожидал от него такого результата, но он достойно смотрелся. Дипницкий Валентин чуть разочаровал. Я рассчитывал, что он станет первым, но в этом году он не повторил прошлогодний свой результат. Ну, в общем, доволен результатом. Еще одна бронзовая медаль на счету воспитанника тренера Владимира Владимировича Антоненко Андрея Змушко. А наилучший результат нашей команде показал еще один подопечный гороха Станислав Терех, завоевавший золотую медаль в весовой категории до 80 килограммов. Большое спасибо хочется сказать руководству мускулоперерабатывающего завода за оказанную помощь в выезде на соревнования. В частности, генеральному директору Куприянову Анатолию Александровичу, заместителю генерального директора Балаеву Владимиру Михайловичу. Без их поддержки, конечно, мы в этом турнире не приняли бы участие. Один из призеров республиканского первенства Валентин Лепницкий объяснил свою относительную неудачу и рассказал нам о своей любимой манере боя, а также о ближайших планах на этот сезон. Провел 3 боя, выиграл 2, 1 проиграл. Ну, первый был легко, прошел неплохо, второй было чуть посложнее. Хотел оставить немножко сил на финал, чтобы выиграть. Ну вот, не получилось, за активность отдали победу другому. Нравится работать первым номером, атаковать первым. Цель на сегодняшний день, момент, выиграть в ММА, который поедем в конце мая. Надеемся, в этих боях Валентин не будет экономить силы и одержит победу, как и его товарищи по команде, которые тоже примут участие в этом тяжелом, но таком интересном турнире.